За прогнозом погоды сейчас особенно пристально следят аграрии. Впрочем, это не мешает им забывать о праздниках. Один из самых больших и южных районов области, Большеглушицкий, отметил 85-летие. В юбилей организовали застолье на главной площади, наградили лучших жителей села и подвели итоги. За последние годы Большая Глушица вырвалась в лидеры по сбору урожая. И снижать темпы там не намерены. Центральную площадь Большой Глушицы заполняет техника. Люди прячутся в тени тракторов, припаркованных у администрации. Сельхозмашины – особая гордость местных властей. За последние годы парк обновили почти полностью. Теперь собирают урожай. Мы в прошлом году сдали больше всех зерна – 105 тысяч тонн. Еще основная цифра, я считаю, это каждый клочок земли у нас обрабатывается. Руководство райцентра и все, кто не в поле, пришли на юбилей села. Для гостей накрыли большой стол. Все, что вырастили сами. Веками на этой земле, богатой черноземом, сеяли рожь, пшеницу, ячмень. Отметил в своем поздравлении губернатор. Зачитал его приветствие зампред правительства Юрий Иванов. Сегодня Большеглушицкий район – динамично развивающееся муниципальное образование. Приоритетной отраслью традиционно является сельское хозяйство. Налажено также производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, муки и молока. Вкладываются здесь не только в аграрное дело, но и в социалку. Строят новое жилье, ремонтируют спортсооружения. Мне кажется, район в самом расцвете сил. По крайней мере, молодежь очень много участия принимает в развитии района молодежь. Молодые люди уезжают, но возвращаются, понимая, что они нужны нашей земле. Что здесь их ждут, что здесь им рады. Фейерверк, похожий на снопы сена, завершает праздник. И прямо с площади техника отправляется в поле. В разгаре заготовка кормов. Татьяна Дрожевкина, Александр Дмитриев, Новости губернии, Большеглушицкий район.